Детское радио представляет. Необыкновенные истории обычных вещей. Куда же он запропастился? Вечно он теряется. А что ты ищешь? Галстук. Можно, когда найду, я не буду его надевать. Это же такая мука носить галстук. Даже папа, которому ты его всегда завязываешь, с трудом переносит это наказание. Но зато вы оба такие красивые и элегантные в галстуках. К тому же это часть твоей школьной формы. Дорогая мама, вы даже не подозреваете, насколько вы правы. И сразу в нескольких вещах. Во-первых, мужчины действительно смотрятся в галстуках солиднее. Во-вторых, мы, многочисленное семейство галстуков, очень часто относимся к некоторым видам униформ. И в-третьих, у женщин это в крови – умение завязывать галстуки. А ты, дорогой малыш, радуйся, что в твоей школьной форме я представлен как самый простой образец. Меня не надо завязывать каждый день, я у тебя на резинке. На самом деле галстук, в переводе с немецкого – это шейный платок. О способах его завязывания когда-то писались трактаты, и не случайными любителями, а весьма знаменитыми писателями. Например, Оноре де Бальзак описал целых 39 способов. Помимо книг были и специальные приспособления, машинки для завязывания галстуков. Когда же галстук удлинился, в начале 20 века всем вариантам шейных платков было сказано окончательное «нет». Американский предприниматель Джесси Лангсдорф запатентовал свой идеальный галстук. Он шился и шьется до сих пор из трех частей, скроенных по косой. В 20 веке дизайн галстука много раз менялся. В 60-е годы были популярны узкие кожаные и вязаные. В 70-е годы бал правили широкие. Сегодняшний галстук убрал с себя мелкие детали, но остался очень лаконичным. Как я тебе? Великолепно! Только давай немного поправим. Вот так. Дорогая мама, как мне нравится ваше отношение к нам, к галстукам. Мы совершенно и очень подходим настоящим мужчинам. Необыкновенные истории обычных вещей.